поросенок. Пеппа и Джордж едут в гости к своей двоюродной сестре Глови. Сегодня вы увидите не только Глови, но и ее брата. Пеппа и ее семья приехали к дому Глови. Привет! Всем привет! Привет, Пеппа и Джордж! Это Глови, двоюродная сестра Пеппы и Джорджа. А где же ребеночек? Вот ваш новый родственник. Оказывается, это совсем крошечный поросенок. О, какая прелесть! А это девочка? Нет, это мальчик. О, жаль, что не девочка. Мне тоже. Джордж рад, что это мальчик. Динозавр. Он еще слишком мал для динозавров. Джордж, малыш не хочет играть с тобой. Он хочет играть со мной. Пеппа, он еще слишком маленький для мячика. Но раз он не может играть ни в динозавра, ни в мяч, что же он может? Он может есть и спать. И еще это. Тетя Свинка, можно я подержу его? Да, подержи Александра, только осторожно. Александра? Да, это его имя, малыш Александр. Какое большое имя у такой крошки. Он такой славный, хоть он и мальчик. Ой, что за запах? Может, ему нужно сменить подгузник? Фу, что за гадость! Пеппа, в детстве ты тоже носила подгузники. Неправда! Мама, можно мне поиграть с Пеппой и Джорджем в саду? Да. Глови, хорошо иметь младшего брата? Да, Александр такой милый. Вот бы и Джордж был таким малюсеньким. Знаю, Джордж может притвориться малышом. Полезай в кукольную коляску. Отличная идея. Нет. Джордж не хочет быть малышом. Джордж, если притворишься малышом, я никогда не буду тебя обижать. Джордж задумался. И можешь играть в мои игрушки. Джордж задумался всерьез. А дома можешь играть в мои игрушки. Джордж решился. Ла-ла-ла! Какой славный малыш. Это кошка Кэнди, Алиска Сьюзи, Ребекка и Зебра Зоя. Привет! Почему Джордж в кукольной коляске? Это не Джордж. Это наш малыш. О-о-о. Нет, это Джордж. Он только притворяется маленьким. Он девочка или мальчик? Девочка. Нет. Джордж не хочет быть девчонкой. Ладно, это мальчик. У меня есть печенье. Малыш хочет покушать. О, нет, ему нельзя печенье. Джордж любит печенье. Разве что одну штучку. Печенье. Какой умненький. Какой красивый. И очень смешной. Лучший поросенок в мире. Джорджу нравится эта игра. А вот и тетя Свинка с малышом Александром. Ух ты, настоящий поросенок. Вот так. Джорджу понравилось быть малышом. О, Джордж, ты всегда будешь моим малышом. Поиграем в другую игру. Как тебе охота на динозавров? Джорджу нравилось быть малышом, но быть Джорджем еще лучше. День рождения Джорджа. Сегодня день рождения Джорджа. Еще совсем рано. Джордж, еще рано. Динозавр. Иди к себе. Кажется, кто-то уже проснулся.
С днем рождения, Джордж! Джордж меня разбудил. В свой день рождения ты всех будила. Это другое дело. Это мой день рождения. А теперь день рождения Джорджа. Днем рождения, Джордж. Вот твой подарок, Джордж. О! Динозавр! А я знала, что там будет динозавр. Нажми на живот. Как страшно! Джордж, я сделала тебе открытку. Угадай, что там нарисовано? Джордж не может догадаться. Я хотела нарисовать цветок. О. Джордж не любит цветы. Но потом нарисовала... Динозавр! Отличный рисунок, Пеппа. Да, я прекрасно рисую. Эй, мы кое-куда поедем. Это подарок Джорджу. Ура! Поехали! А куда мы поедем? Увидишь. Вся семья отправляется за подарком для Джорджа. Мы что, едем в цирк? Нет, но там будет не хуже. Может, в кино? Нет, гораздо лучше. Тогда не знаю. Куда же они едут? Приехали. Семья приехала в музей. А зачем нам музей? Сейчас увидите. Что же за подарок приготовили Джорджу? Джордж, что ты любишь больше всего? Динозавр. О, динозавр. Подарок для Джорджа – это поход в музей динозавров. Эти глупые динозавры. Динозавр! Не пугайся, Джордж, он не настоящий. Это же робот. Смотри, встаем на крестик и... А теперь еще один сюрприз. Это же друзья Джорджа и Пеппы. Сюрприз! Мама-крольчиха приготовила для Джорджа торт. Кто угадает, на что похож мой торт? На динозавра. Точно? А как ты догадалась, Пеппа? С днем рождения, Джордж! Есть еще один сюрприз. Все за мной! Что же это такое? А ты как думаешь, Пеппа? Я думаю, что-нибудь связанное с динозаврами. Ой, что это? Это нужно накачать. Я знаю, знаю! Надувной замок! Пеппа любит надувные замки. Это же для Джорджа! А на динозавра совсем не похоже. А вот и похоже. Надувной динозавр. Ура! Джорджу понравился надувной динозавр. Всем понравился надувной динозавр. Вот здорово! С днем рождения, Джордж! Утки плавают в своем пруду. Они очень довольны. А вот и Пеппа, Джордж, мама-свинка и папа-свин. Привет, утки! Утки хотят хлебушка. Простите, утки, сегодня у нас нет хлеба. У нас есть что-то поинтереснее. Пеппа принесла свой игрушечный кораблик. И Джордж принес свой игрушечный кораблик. Давай заведем кораблик, Джордж. Кораблик Джорджа заводной. Скорее, Джордж, запускай его, а то завод кончится. (Звук)
Джорджу нравится заводной кораблик. Мама, а заведи мой кораблик. А твой кораблик не заводится. У Пеппы парусник. Он плавает из-за ветра. Мой кораблик плохой. Он не плавает. Просто сегодня нет ветра. Может, ему нужно помочь? Сейчас я подую посильнее, и он поплывет. Ура! Как быстро плавает! Пеппе нравится парусник. Это подружка Пеппы, овечка Сьюзи. Всем привет! Привет, Сьюзи! Мы запускаем кораблики. А у меня катер. Он заводной? Нет, на батарейках. Катер Сьюзи плавает на батарейках. Замечательный катер. Прости, уточка. Это щенок Дэнни и дедушка Пес. Всем привет. Привет, 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 Дэнни. Дедушка сделал мне пароход. Ух ты, просто чудо. Как он плавает? Из-за пара нажимаем рычажок. Ого! Какой чудесный пароход. Это крольчиха Ребекка с мамой. Всем привет. Привет, Ребекка. Мы пускаем кораблики. Кораблик. У Ребекки нет кораблика. У меня есть идея. Не зря я взял с собой газету. Мне нужен один лист. Какого листа не жалко? Новости? Спорт? О, мода! Только не про моду. Ладно, возьмем про бизнес. Когда я был поросенком, то складывал газету вот так. Что делает папа свин? И получался кораблик. Папа сделал бумажный кораблик. Спасибо, мистер Свин. Джордж хочет такой же. Ладно, обойдусь без спортивного листа. А можно мне тоже? И мне. И мне. Конечно. Папа Свин сделал кораблики для всех. Устроим гонки. Правильно, мама Свинка. Будем дуть на кораблики со всей силы. Вдохните-ка поглубже. На старт. Внимание, дуй. А вот и победитель. У кого спортивный листок? Это кораблик Джорджа. Джордж победил. Ура! Люблю кораблики. Особенно бумажные. Вот такие. И я! Всем пора домой. Все прекрасно провели время. Пока! Пока! Пока, уточки! До встречи! Уткам понравились кораблики, но они рады, что теперь могут спокойно поплавать в своем пруду. Распродажа! Сегодня идет дождь. И крыша школы протекает. Дети, мы с вами устроим распродажу. А на вырученные деньги починим нашу крышу. Ура! Каждый из вас принесет что-нибудь для распродажи. А что принести? Например, старую игрушку или еще что-нибудь ненужное. Мяу. А вот родители пришли за детьми. Пора домой. Не забудьте про завтрашнюю распродажу. Пеппа выбирает игрушку для распродажи. Пеппа, нашла что-нибудь? Нужно выбрать что-то одно. Да, чтобы собрать денег на новую школьную крышу. Ладно, я отнесу динозаврика. Динозаврик – любимая игрушка Джорджа. Пеппа, нельзя забирать динозаврика? Нельзя? Нет. Ну вот. Прости, Джордж. Динозавр. Может, отдашь своего Джека-попрыгунчика?
Ладно, теперь твоя очередь, папа. Что? Все должны отдать что-то для распродажи. Я отдам эту шапку, а Джордж этот мячик. А что отдаст папа? Знаю, телевизор. Только не телек. Нет, это ненужная вещь. Знаю, старые папины тапки. Нет, они пахнут. Я знаю, старое кресло. Это антиквариат. А что такое антиквариат? Антиквариат – это старая ценная вещь. Но ты же нашел его на свалке, папа Свин. Оно не нужное. Когда я его починю, оно станет нужным. Ты говоришь это много лет, папа Свин. Я знаю. Я дам это, носочки, которые связала бабушка. Ладно. Я пришла за вещами для распродажи. Вот они! Спасибо. А старое кресло вам случайно не пригодится? Ого, какая щедрость! До свидания! До свидания! До свидания. Мама, а как же папино кресло? Тихо, ничего, он не заметит. Сегодня день распродажи. Привет! Привет, мисс Крольчиха! Пеппа, как тебе это кресло? Оно потрепанное, но его можно порубить на дрова для камина. Это антиквариат! Разве? Папа говорит, оно ценное. Правда? Ну надо же, надо поднять цену. Пока! Всем привет! Привет, Пеппа! Ты что отдала, Сьюзи? Я докторский костюм. Я надувного попугая. А я игрушечную мартышку. Я буду скучать по Джеку Попрыгуну. Можно мне купить Джека Попрыгуна? А мне докторский костюм. Мне надувного попугая. Мама, мама, вот что мы купили. Это же ваши игрушки. Мы соскучились. А вот что я купил. Антикварное кресло. О, папа Свин, оно не антикварное. Ты что? Мне сказала мисс Крольчиха, совсем как у нас дома. Да, папа, потому что... Пеппа. Это и есть то кресло. Что? Но мисс Крольчиха попросила за него так много. Отличная новость. Мы набрали денег на новую крышу для школы. Ура! Спасибо, папа Свин. На здоровье. Джордж простудился. Сегодня идет дождь. Пеппа, Джордж, наденьте дождевики. Во время дождя Пеппа и Джордж всегда носят дождевики. Джордж не хочет носить шапку. Джордж, ты должен надеть шапку. Зачем? Затем, чтобы не промокнуть. Зачем? Чтобы не простудиться. Зачем? Джордж, ты хочешь идти гулять? Джордж, не снимай шапку. Бежим, Джордж! Пеппа и Джордж будут прыгать по лужам. Джордж не хочет носить шапку. Пеппа, Джордж! Скорее домой! Дождь слишком сильный, чтобы гулять. Где же твоя шапка, Джордж? Джордж простудился. О, бедняжка Джордж, как ты чихаешь? Ничего, я вызову доктора Медведя. Доктор Медведь слушает? Ясно. Пускай ляжет, скоро приеду. Спасибо, доктор Медведь. До свидания. Джорджа заберут в больницу и дадут лекарства? Нет, Джордж просто пойдет в постель. О, значит, Джордж не по-настоящему болен.
Фу, какая гадость! Бедняжка, ну-ка пойдем в постель. Джордж, тебе нельзя вставать. Не-а. Джордж не хочет лежать. Джордж, ты должен лежать, пока не поправишься. Зачем? Чтобы быть в тепле. Зачем? Так сказал сам доктор Медведь. Привет, где мой пациент? Открой рот и скажи Джордж немного боится. Пеппа, ты большая и смелая. Покажи Джорджу, как надо говорить Ладно. Джордж простудился. Ему нужны лекарства? Нет, пусть попьет теплого молока перед сном. Это поможет ему заснуть. Спасибо, доктор Медведь. Не за что. До свидания. Джордж пролежал в постели весь день. Теперь и Пеппе пора спать. Джордж, тебе лучше? Джорджу не лучше. Джордж, не чихай так громко. Это же просто ужас. Джордж, вот тебе молочко, чтобы лучше спать. От теплого молока Джорджу захотелось спать. Добрых снов, поросятки. Как тихо и приятно. Вот и утро. Джордж хорошо выспался. Джорджу лучше. Идем гулять. Отличный денек. Джордж надел свою шапку. Он боится простудиться. О, Джордж, лучше сними шапку. Зачем? Зачем, что светит солнце? Зачем? Джордж, хватит повторять зачем и зачем. Зачем? Джордж точно поправился. Кто как видит? Пеппа и Джордж играют с пони Педро. Они бегут прыгать по лужам. Ой! Педро подскользнулся и потерял очки. Где мои очки? Без очков Педро плохо видит. Джордж нашел очки Педро. Глупенький. Вот они. Спасибо. Педро, а зачем тебе очки? Нужны. Так сказал окулист. Вот. Кто это окулист? Мой папа окулист. Он проверяет, хорошо ли ты видишь. Как? Он что, заглядывает в голову? Нет, он проверяет зрение. Хочешь, я проверю твое? Да, проверь, проверь. Ладно. Интересненько. Закрой один глаз. Что ты видишь? Я вижу Джорджа. Закрой оба глаза. Теперь ничего не вижу. Ничего не видишь? Очень-очень интересно. Кажется, тебе нужны очки. О, правда? Да. Педро, домой! Пока, Педро! Пока! Мама, мне нужны очки. Что? Педро проверил мне зрение. Мне нужны очки. Но у тебя же прекрасное зрение. Нет, мама, с закрытыми глазами я ничего не вижу. Но никто не видит закрытыми глазами. О! Кому это там нужны очки? Педро знает про очки все.
Его папа окулист. Ладно, Пеппа, пускай окулист проверит твое зрение. Идем скорее! Джордж, ты тоже хочешь с нами? Нет. Пеппа пришла к окулисту. Мистер Пони окулист. Привет, Пеппа, садись-ка. Ну, чем я могу помочь? Проверьте мое зрение, пожалуйста. Хорошо. Надень-ка эти очки и посмотри вот сюда. Мистер Пони проверит зрение Пеппы. Ну-ка, назовите буквы вслух. Ладно. A, B, C, D, E, F. Так, а теперь цифры. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прекрасно! Назови эти цвета. Красный, зеленый, оранжевый, синий, желтый, фиолетовый. Чудесно! Пока я все проверяю, хочешь выбрать очки? Да, хочу! Может, вот эти, Пеппа? Они смешные. Ну да, а как тебе эти? Какие большие! Ну а эти? Ух ты, они мне нравятся, мама. Да, Пеппа, тебе очень идет. Мне очень идет. Есть новость, у Пеппы отличное зрение. Ой, мне не нужны очки. Нет. Но мне ведь так хотелось. О, а как насчет солнечных очков? Да, солнечные. На, примерь. Очень идут. Надеюсь, когда будет солнце, я буду носить свои очки. Мне нехорошо. Папа Свин и мама Свинка приготовили завтрак для Пеппы и Джорджа. Завтрак готов! У Пеппы на лице красные пятнышки. Мама, мне что-то нехорошо. Ай-яй-яй, Пеппа, ты плохо выглядишь. Ничего, я позвоню доктору Медведю. Доктор Медведь, слушаю. Пеппа что-то не здоровится. У нее красные пятна на лице. А, уложите ее в постель, я скоро приду. Доктор Медведь пришел лечить Пеппу. Привет, Пеппа. Как ты поживаешь? Не очень хорошо. Покажи-ка мне язычок. Ничего страшного. У Пеппы обычная сыпь. А лекарства нужны? Скоро сыпь пройдет, но если хочешь, я оставлю тебе микстуру. Вот она. Да, хочу. Боюсь, она не очень вкусная. Открой ротик. Фу, гадость. Ты храбрая свинка, совсем не плакала. Пусть пока лежит. Попозже я позвоню узнать, как у нее дела. Нам пускать к ней гостей? Да, конечно, можете пускать. Сыпь не заразная. До свидания. До свидания, доктор. Мама, можно я встану? Доктор Медведь сказал, тебе нужно лежать, Пеппа. О, это так скучно. Доктор Медведь разрешил пускать к тебе гостей. А можно Сьюзи ко мне прийти? Овечка Сьюзи – лучшая подруга Пеппы. Я позвоню маме Сьюзи. Алло, миссис Свинка. Пеппа хочет поговорить с Сьюзи. Привет, Сьюзи. Привет, Пеппа. Я заболела. У меня на лице пятнышки. У тебя был доктор? Да, приходил доктор Медведь. Он сказал, что я больна и что я очень храбрая. Значит, ты правда больна? Да, по-настоящему.
Я лежу в кровати. Доктор Медведь дал мне микстуру. Такую ужасную. Я приду к тебе в гости. Я возьму медицинский набор. Сьюзи приехала навестить Пеппу. Сьюзи оделась в костюм медсестры. Щенок Дэнни и крольчонок Ребекка приехали вместе с ней. Привет, Пеппа! Привет! Как поживаешь? Не очень хорошо, Сьюзи. Мне нужно лежать. Что мы можем для тебя сделать? Принести апельсинового сока. Ладно! Кажется, Пеппа совсем неплохо устроилась. Спасибо, Сьюзи. Тебе уже стало легче? Немножечко. Дэнни, спроси у мамы, можно ли мне мороженого. Ребекка, можешь принести мне цветы из сада? Доктор Медведь пришел проведать Пеппу. Прекрасно, медсестра уже здесь. Как наша больная? Я не медсестра, мы просто играем. Ясно. Может, мне самому ее смотреть? Да-да. Ух ты, пятнышки исчезли. Ты совсем здорова? Мне так не кажется. Тебе нехорошо? Думаю, мне нужно полежать еще чуть-чуть. Я собираюсь в сад поиграть в мяч. Кто хочет со мной? Я! Ну надо же! Полное исцеление! Музей! Пеппа и ее семья приехали в музей. Папа, а что такое музей? Это место, где много всяких интересных старых вещей. Старше тебя? Да, даже старше меня. О, какие старые! Там есть зал с вещами, которые принадлежали древним королям и королевам. Ой, я так хочу пойти в этот зал! А еще зал с настоящим динозавром. О, динозавр! Привет, мама-свинка. Привет, мисс Крольчиха. Сколько вам билетов? Два взрослых и два детских. Динозавр. И динозавру. Пеппа хочет увидеть вещи, принадлежавшие королям и королевам. Ух ты! Динозавр. А Джордж хочет увидеть динозавра. Не плачь, Джордж. Мы скоро пойдем к динозавру. Пеппа, это вещи, которые были у королей давным-давно. Вот королевский стул. Золотой трон. Он красивый. Платье королевы. Какое милое. Смотри, Пеппа, настоящая золотая корона. Ух ты! Чудесные вещи! Мама, где королевский телевизор? Тогда не было телевизора. А, как не было? А компьютеры были? Нет, компьютеров тоже не было. Чем же они занимались? Мама, будь я королевой, я бы ела одни пирожные. Пеппа воображает себя королевой. Объеденье. Что прикажете, королева Пеппа? Я? Еще одно пирожное. О, да. Пойдемте. Иду, папа. Папа, я королева. Ты должен мне поклониться. О, прошу прощения, ваше величество. Чем вы занимаетесь? Я ваш папа. Интересное занятие. Да, очень интересное.
Что это за зал? Это зал с динозавром. С динозавром? Джордж, это зал с динозавром. Динозавр. Где же динозавр? Где-то в этом зале. Я не вижу. Он, наверное, маленький. Нет, Пеппа, он очень большой. Ой. Это скелет настоящего динозавра. Динозавр. Джордж воображает себя большим динозавром. Это динозавр! Спасите, спасите! Это самый любимый зал Джорджа. А мой любимый – это королевский зал. А папа-свин пошел в свой любимый зал. А какой это зал, мама? Зал с пирожками. Любимый зал папы-свина – это буфет музея. Ну-ка, садитесь. О, да. Это хороший зал. Зубная фея. Пеппа и Джордж едят любимое блюдо. Спагетти. Сколько шума. Я все. О, вот теперь будет потише. Что это? Это зуб. Откуда он взялся? Пеппа, пойди-ка посмотри в зеркало. Ой. Это мой зуб. Он выпал. Не беспокойся. Это молочный зубик. Они всегда выпадают. У меня вырастет новый. Обязательно, Пеппа. А еще к тебе прилетит зубная фея. Зубная фея? Да-да, фея. Если ты положишь зубик под подушку, к тебе прилетит фея. Зубная фея заберет зубик и положит на его место блестящую монетку. Когда я вырасту, я стану зубной феей. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Динозавр. Динозавром? Скорее, Джордж, пошли спать, а то пропустим зубную фею. Перед сном Пеппа и Джордж чистят зубы. Пеппа, что ты делаешь? Чищу свой зубик, чтобы он понравился зубной фее. Пеппе хочется поскорее лечь в постель. Пеппа кладет зуб под подушку. Спите, Пеппа и Джордж. Пока, мама. Пока, папа. Добрых снов, мои поросятки. Джордж, я не буду спать. Давай не спать всю ночь. Будем ждать зубную фею. Что-то фея опаздывает. Фу. Зубная фея не торопится прийти к Пеппе. Но где же эта фея? Что это за звук? Может быть, это зубная фея? Джордж, ты это слышишь? О, Джордж! А, так это Джордж. Он так устал, что уже уснул. Джордж не может не спать всю ночь, а я могу. Я не буду спать и увижу зубную фею. Я вообще не засну.
Зубная фея прилетела. Но Пеппа уже спит. Привет, Пеппа. Хочешь монетку в обмен на твой зубик? Какой хорошенький зубик. Спасибо, Пеппа. Пока. Пеппа, Джордж, вставайте. Уже утро. О, что? А я не спала. Фея прилетала? Нет. Посмотри-ка под подушку. О, смотри, Пеппа. Она прилетала и оставила монетку. Ура! Значит, ты все же уснула. Ну, разве что всего на полчасика. В другой раз я не усну и увижу зубную фею. Кукольный театр Хлои. Пеппа и ее семья едут в гости к дяде Свину, тете Свинке и Хлое. Наверное, дядя Свин, как всегда, уснет сразу после обеда. Папа Свин, нельзя говорить так о своем родном брате, особенно перед детишками. Но это правда. Дядя Свин всегда слишком много ест, засыпает и громко храпит. Вот так. Пеппа, Джордж, забудьте, что я сказал про дядю Свин. Ладно, папа. Пеппа и ее семья приехали в дом дяди Свина и тети Свинки. Привет, тетя Свинка и дядя Свин. Привет. Здравствуйте всем. Привет, старший брат. Дядя Свин – брат папы Свина. Свинка Хлоя – двоюродная сестра Пеппы и привет, Джорджа. Привет, Хлоя. Привет, Пеппа. Привет, Джордж. Я вам кое-что покажу. Подожди! Это мой новый кукольный театр. Его сделал мой папа. Ух ты! У меня уже есть две куклы. Вот эту зовут Хлоя. Привет, я свинка Хлоя. А вот это мой папа. Дядя Свин. Привет, Пеппа, я твой дядя Свин. Хлоя, а можно мы с Джорджем сделаем кукол тоже? Да. Хлоя рисует кукле глаза. Я нарисую рот. Ладно. Меня зовут Пеппа. Джордж, какую куклу ты хочешь сделать? Динозавр. Динозавр. Джордж всегда про все говорит динозавр. Ладно, страшная кукла динозавр. Хлоя делает Джорджу куклу динозавра. Ему нужны острые зубы. Вот, страшный динозавр. Идите обедать. Идем. После обеда поиграем в кукольный театр. Ура! Тетя Свинка приготовила на обед спагетти. Спагетти просто объедение. Лучшие спагетти в мире. Сразу видно, что вы братья. Совершенно одинаковые. Почему это? Мы совсем не похожи. Пеппа, Джордж и я покажем вам представление. Как здорово! Не забудьте нас позвать. Скоро увидимся. Кукольный театр звучит здорово. А я успею съесть еще спагетти? Можно мне тоже добавки? Представление вот-вот начнется. Привет, меня зовут Хлоя. Ну, а я Пеппа. Это динозавр! Страшный динозавр! Ух ты, просто здорово! Браво! А я дядя Свин. Привет, дядя Свин. Привет, Пеппа. Просто вылитый ты. По-моему, у куклы слишком большой живот. Мне понравился обед. Дядя Свин, а теперь ты заснешь и будешь храпеть, как всегда?
О чем это ты? Папа говорит, что ты всегда очень громко храпишь. Вот так. Хо-хо, твой папа прав. Я всегда так храплю. Папа Свин, не надо было так говорить про дядю Свина. Думаю, что папа Свин и дядя Свин вас не слышат. Дядя Свин и папа Свин крепко уснули. Сразу видно, что они братья. Что случилось? Представление уже началось?